в подъезде. Уже сутки стоит. Жек никак не реагирует. Это канализационная труба рванула. Никто ничего не убирает. На улице 40-градусная жара. В подъезде на первом этаже. Даже не пройти до конца ступенек. Такая антисанитария. Это все. И надо отправить. Они не думают ничего сделать вообще. Пришли хотя бы, что-то сделали бы. Ну, что теперь выходной? Это пришла бы какая, которая. Тут так моют еле-еле, господи. Ой, платят такие деньги. Ужас.